Службе пожаротушения 100 лет. В честь юбилея в Автограде прошла необычная выставка, на которой экспонатами стали пожарные автомобили. Праздник развернулся недалеко от Майдана, и несмотря на дождливую погоду, желающих увидеть спецтехнику было немало. Кроме того, на торжестве награждали и самих огнеборцев, но все по порядку. На один вечер Майдан превратился в огромную пожарную часть. Здесь работали две площадки – импровизированная сцена и непосредственная экспозиция. Гостями праздника стали огнеборцы и обычные челнинцы, которые пришли увидеть героев города. Профессия пожарного – это самое-самое нужное в наше время, потому что пожарные сейчас являются и спасателями. Спасение жизни человека – самое важное. Без пожара все равно наша жизнь обходится, и кто-то должен их тушить и предотвращать. Главное не забывать о том, что они такие же люди, и они рискуют жизнями. Самая долгожданная часть праздника – показательное выступление челнинских пожарных. Огнеборцы продемонстрировали процесс тушения жилого дома, а также спасения человека из горящего транспорта. Внимание гостей праздника было приковано к пожарной технике, которую выставили на всеобщее обозрение всего на один вечер. К слову, теперь у огнеборцев помимо автомобилей появились и новые средства передвижения. Одними из самых популярных экспонатов здесь являются два новых пожарных мотоцикла. Они предназначены для экстренного прибытия к месту ЧС и используются только в паре. Здесь есть все необходимое, например, аптечка, огнетушитель и гидравлические ножницы. В числе самых любознательных гостей праздника – юные челнинцы. Нажимать на кнопки, обследовать кабины автомобилей и изучать пожарные принадлежности – в этот вечер было можно все. Кроме того, каждый челнинец смог лично пообщаться с теми, кто, рискует своей жизнью, спасает чужие. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны 24.